На 50 копеек больше. На днях в Красноярске выросли цены на 92-й бензин на одной из автозаправок «Красноярскнефтепродукт». А 95-й так и вовсе подрос на целый рубль. Напомню, часть заправочных сетей повысили стоимость топлива около 2 недель назад. В городе еще осталось несколько АЗС, где уровень цен остается прежним. Но, как считают эксперты, такая разница сохранится недолго. Сегодня мы сравнили цены на самую распространенную марку бензина. Оказалось, дешевле всего заправляться на АЗС «Магнат РД». Здесь литр стоит 25 рублей 70 копеек, а самый дорогой 92-й на заправке «Автобавария» 26,50. И еще мы спросили, готовы ли красноярцы в связи с подорожанием экономить или искать другие альтернативы бензину. Ну только на дизель, а дизель тоже еще дороже и дороже становится. Больше ничего нету. Самолет, там керосин. Электрические батареи на водороде машина, которая ездит. Может, кое-что такое. Нет, экономить не будем. Уже свыклись, привыкли к этим вещам. Экономии нет. Да мне все равно, в принципе. В общем-то, да, все равно. Стоимость бензина растет по всей России. Самые низкие цены за литр 92-го в разных регионах страны. Например, жителям Брянска повезло больше. Там литр ходового бензина обойдется в 25 рублей 30 копеек. Следом идет Красноярск. Со столицей у нас разница небольшая в 20 копеек. А вот в Санкт-Петербурге 92-й, можно сказать, дырявит карман. 27 рублей за литр. Рекордсменом по цене оказалась Нижегородская область. Здесь просят 27 рублей 30 копеек. Можно сказать, что Красноярск находится на столичном уровне.